Носитель этого имени будет обладателем бурного взрывного темперамента, с которым он явился на свет и который будет укрощать всю жизнь, пытаясь обрести внутреннее спокойствие. Однако в работе проявляет незаурядный ум и способный достичь больших успехов. Не обещайте человеку с гласной «и» в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. Богатство внутреннего мира позволяет этим людям вести яркий и красочный образ жизни, на первый взгляд незаметный окружению. Буква «Д» в этом имени не со всеми звуками удачно сочетается и вызывает в сознании настороженность, что приводит к сложностям во взаимоотношениях. Головокружительная любовь, риск коммерции, пробивные способности – вот цвета этого имени. Звук «Б» в этом имени означает постоянство, рациональный подход, пробивные способности, стремление к материальной обеспеченности. Коммуникабельность и дружелюбие этих людей сочетается с импульсивностью и энергичностью. Эти люди обладают проницательностью и живым умом. И еще он обладает прекрасным чувством гармонии. В любви часто капризны и нуждаются в человеке, способном управлять отношениями и принимать противоречивый характер партнера. Буква «Б» в этом имени вносит в характер человека потребность в острых ощущениях. Если этот человек чем-то увлечется, то может даже пойти на глупый риск. Эти люди очень часто испытывают трудности с выражением своих чувств. В таких случаях они бывают робки и нерешительны. Этих личностей сложно обмануть, видимостью для них всегда важна реальность. Владельцы этого имени всегда готовы помочь, но иногда бывают капризны. Звук «Е» также говорит о легкой приспосабливаемости, сексуальности, нередко подавляемой закомплексованностью. Этому человеку трудно подниматься по служебной лестнице, и поэтому он порой ищет возможность реализоваться в свободном творчестве. Обладатели этого имени, как правило, очень возбудимы, нервны, эмоционально мобильны. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.